Друзья, всем снова привет. Приехали на замер квартиры 64 метра квадратных. 13 метров, 70 сантиметров. Мало что не дотягивает до 15 метров. Ну и посмотрим, какая у нее ширина. Квартира без отделки. Предстоит черновая. Ну а затем уже все по ходу событий. 4,139 ширина. Что нам нужно сделать? Здесь у нас будет все как от застройщика. То есть проект от застройщика. Дана Холдинг. Немножко только поменяется. А поменяется здесь. Здесь будет гардеробная у нас. Указано без дверного проема, а у нас будет с дверным проемом. Под полотно 70 сантиметров дверное, проем 80. Коридор, санузел совмещенный, налево туалет и следующая ванная комната. Не маленькие. Пока не приходилось нам работать в такой квартире. Но вообще такую планировку мы еще ни разу не делали. Ветер на улице не маленький. Ну и вообще это дом Сеул. Высота потолков 273,3. Вот такой стандарт здесь. 273-274. Наша задача сейчас разметить все аккуратно. При помощи лазерного построителя делаем углы 90 градусов. Когда у вас уже будут перегородки под 90, тогда и проще штукатурить это все. Минимальные слоя штукатурки. Ну и сразу делаем разметку под дверные проемы. Вот он сам проект. Визуализация, эскизный план, архитектурный план. Вот так оно и будет. Гардеробная, здесь гостиная, совмещенная с кухней. Коридор длинный. Затем комната одна и комната вторая. Одна здесь получается 9,25, а вторая 13,32. Ну да, как эта линия есть. Перегородки будем возводить из керамзитобетонных блоков. Ну вот таких. Толщина 100 мм. Ну здесь она вот она и есть 100 мм. Хотя обычно было 120. Я имею в виду, от застройщика санузлы были 120 мм. Так идет у нас отопление. Зарисовочка краской. Пробили тепловизором, чтобы не порезать. Посмотрим еще окна на продувание. Так вот. Есть, конечно, места немножко вот внизу, видите. Но это все закроется, утеплится, сверху штукатурка. Должно быть все нормально. 5,9. Но вообще в квартире тепло. Радиатор у нас, опа, этот радиатор 14,5 градусов, холодный. О, да-да-да, еле-еле греет. Этот радиатор 36-37, но все равно мало. В принципе, нам то, что нужно для отделочных работ. О, 50. Видите, какая разница. 50, это максимальное. И вот еще один радиатор. 50, а, 45. 47, 56. Мы все равно будем радиаторы снимать. Потом, когда все заштукатурим, заармируем, и тогда обратно их повесим. Видите расстояние между откосом и оконной рамой? Примерно 4 сантиметра. Вот сюда у нас идет пенополистирол с накрывочкой немного на оконную раму. И со штукатуркой. Ну, в итоге это будет где-то около 6-7 миллиметров с накрывкой.
Есть, конечно, случаи, где вот это расстояние минимальное, там и утеплитель даже не получается приклеить. Тогда оставляем так, как есть. Что минимальный утеплитель у нас 20 мм. А есть расстояние там 8 мм. Поэтому тут уже остается без утепления. Входная дверь, она здесь тоже не совсем стандартная. То есть проем у нас 110. И дверь эту меняем уже после черновой отделки. Мало кто оставляет, да вообще никто не оставляет такие двери от застройщика. Обычно все устанавливают металлическую дверь. Ну и по электрике сам щиток тоже он под демонтаж. Тут будет другой. И как обычно мы переносим слаботочки интернет, потому что здесь не совсем удобно. Пошла немножко усадочная трещина здесь на стене, но это ничего страшного. Загрунтуем, заармируем, затянем сеткой и заштукатурим. Все. Монолитные основания грунтуем бетон-контактом. Ну а все стены СТ-17 церезит. Под перегородки вырезаем канал до монолитной плиты. И вверху примыкание запениваем монтажной пеной. Примерно 3-3,5 см. Проем в санузлах у нас 80. Высота 2,10. В комнатах будет проем 90. Но высота 2,10 это не самый хороший вариант. Даже в основном застройщика здесь 2,12. Там в идеале нужно добиться 2,8. Вообще стандарт 2,10. Но оптимально 2,8-2,7. Тогда как раз и наличники все красиво закрывают. И все четко. Замеры сделали, смету на материал составили, на работы составили. И уже сделали предварительный заказ на материал. По работам это примерно займет времени 3 недели, может быть чуть больше. Возведение перегородок, грунтовки, армирование сетки, утепление откосов, ну и все сопутствующие работы. Поэтому, кому интересна данная квартира, подписывайтесь и смотрите. Будем показывать и рассказывать. Всем спасибо за внимание и пока. До новых встреч.